Советский Союз. В чем проявляется объективность счастья социалистического человека? В том, что он создает. Если мы посмотрим на счастье современного человека, то мы увидим его путевки в Таиланд, его автомобиль и жилье. А если мы поглядим на социалистического человека, то мы увидим первый искусственный спутник Земли, 1957. Первый полет на Луну, 1959. Первый полет человека в космос, 1961. Полет первого многоместного космического корабля, 1964. Первая мягкая посадка на Луну, 1966. Первый плавный спуск в атмосфере другой планеты, Венера-4, 1967. Первый луноход, 1970. Первая мягкая посадка спускаемого аппарата на Марс, Марс-3, 1971. Первая многомодульная орбитальная станция, Мир, 1985. Останкинская телебашня, самая высокая на момент постройки, в 2013 году пятое по высоте отдельно стоящее сооружение в мире, 1968. Первый в мире завод по производству синтетического каучука в промышленных масштабах, 1932. Норильский горно-металлургический комбинат, крупнейший в мире, 1939. Братский алюминиевый завод, крупнейший в мире, 1966. В Советском Союзе разработаны и применены технологии передвижения многоэтажных домов на десятки и даже сотни метров без их демонтажа и выселения жителей. 1934. Первая в мире установка для управляемого термоядерного синтеза «Токамак». 1954. Ротан-600. Крупнейший в мире кольцевой радиотелескоп. 1975. Первый в мире коллайдер. 1960. Самый современный и мощный карьерный самосвал БелАЗ. В 80-х годах половина крупных карьерных самосвалов в мире были советскими. 1961. Трактор МТЗ-80. Самый массовый трактор в мире. 1971. Первый в мире магистральный тепловоз. 1924. Самый мощный в мире электровоз. 1985. Первая в мире атомная электростанция. 1954. На момент ввода в эксплуатацию советские гидроэлектростанции самые мощные в мире. Ан-225 «Мрия» – самый крупный в мире самолет за всю историю авиации. 1988. Ми-12 – самый тяжелый и грузоподъемный вертолет, созданный человеком. 1968. В Советском Союзе был создан самый мощный в мире атомный ледокольный флот. ЭВМ М-20 на момент создания была самой быстродействующей в мире, 1958. Первый в мире опытный переносной мобильный телефон, 1957. Первый мобильный телефон в США появился в 1973. Первая национальная система мобильной связи в СССР, Алтай, 1963. К 70-му году действовала в 114 городах Советского Союза. Крупнейшая в мире атомная подводная лодка «Акула» 1981. Атомная подводная лодка «Комсомолец» с корпусом из титана. Единственная в мире лодка, способная погружаться на глубину более километра 1983. Самая быстрая в мире атомная подводная лодка «Анчар» 1969. Самое большое в мире судно на воздушной подушке – десантный корабль «Зубр» 1986. МиГ-25 – первый серийный истребитель, достигший скорости 3000 км в час. При необходимости мог обогнать любой самолет в мире. 1964. МиГ-31 – лучший истребитель 70-х и 80-х. В 2015 году был лучшим в мире в своем классе. 1975. Су-27 – самолет с лучшими в мире аэродинамическими качествами. 1977. Ту-160 – самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла, а также самый тяжелый боевой самолет в мире – 1981. Альбатрос –
Самый большой в мире реактивный самолет-амфибия, 1986. Вертолет К-50, черная акула, до настоящего времени является лучшим боевым вертолетом в мире, 1982. Тягач МАЗ-7907, единственная в мире машина с 24 ведущими колесами, 1986. Автомат Калашникова, самое распространенное в мире стрелковое оружие, 1947.